Hey, всем привет! Сегодня речь пойдет о фото и видеотехнике. В начале этого года я купил вот эту вот прекрасную камеру. Panasonic GX80. К ней я докупил такой прекрасный объектив Sigma 16 мм. Очень светосильный, прикольный, мылит, отличный угол обзора. Блин, я до сих пор не сделал на нее обзор. Эта камера была бы практически идеальной за свои деньги, если бы не одно но, и это, конечно же, автофокус. И вот пару недель назад я наткнулся на пару роликов новой камеры от Fujifilm. За Fujifilm я сейчас никогда не следил. Камера называется X-T3. И я просто охренел от автофокуса. И можно сказать, случайным образом показал эти ролики своей жене. А жена у меня не так давно продала своего динозаврика Canon 60D. И вот ей нужна была новая камера. И буквально через пару дней она вышла из магазина вот с этими двумя коробочками. Стоят эти две коробочки, прямо скажем, не очень дешево, даже по нынешним меркам. Тогда 200 штук за эти две коробки. Собственно, сам Fujifilm X-T3 с китовым объективом. И на первое время она взяла себе вот такой объектив 90 мм. И сразу бы хотелось предупредить, что я не какой-то там профессионал. Это скорее любительское мнение о Fujifilm X-T3. Погнали! Так, основные причины, почему мы купили эту камеру. В первую очередь начнем, конечно же, с внешнего вида. Вот такой серый, в сером корпусе. Жена решила себе взять, и, соответственно, я, в принципе, одобряю ее выбор. Он вживую реально круче смотрится, чем на рендерах. И также довольно удобная штучка, вот этот вот бугорок выступающий. Пальцем за него цепляешься, и, соответственно, камера очень надежно держится в руке. А вот такой хват обычно и популярен между фотосетами. Второе, это, конечно же, видеовозможности этой камеры. 4К 60 FPS, 10 бит цвет. Можно снимать вполне годный slow motion Full HD 120 FPS. Из фотовозможностей отмечу довольно быструю серийную съемку. И самое главное, как я уже сказал, это, конечно, автофокус. Автофокус в этой камере просто цепляется за лица, ты хрен его отлепишь. Даже можно крутиться, когда глаз он не будет, ведь все равно останется фокус на затылке. Ну, двигайся, что встал. А, я позирую. Развернись. И в сторону иди. Вернись. Ну, для сравнения, вот как работает днем автофокус у Panasonic. Раз, два... 3, 4, 11, 12. О, мое лицо. Нашел? Нашел. Такой фигни на Фуджике даже близко нет, поэтому я просто в восторге от камеры. На этом, пожалуй, мы домашние обзоры закончим и пойдем на улицу. Эй, всем привет! Сегодня второй день тестов. Мы будем тестировать новую Юлькину камеру Fujifilm X-T3 с объективами KIT 18-55 и 90 мм. Погнали! Так, мы приехали вот на этот мост в Зеленограде. Есть такой гаражик. Сейчас будем здесь снимать. Это охуенный сегодня, кстати. Да, он идеальный. Лучше не придумаешь. Солнце, ни хрена себе. Эй, мы приехали в Малино на станцию. Здесь будем продолжать тестировать наш новый Fuji X3. Может быть, я... Мой бери, он как раз снимает. Да?
уникальные кадры. Русский человек читает инструкцию. Видимо, Юлькины немецкие корни проявляются. Расскажи свое первое впечатление о Фуджике. Вот так, да. Охрененный автофокус. Картинка на 90-м тоже офигенная. Вот в этой связке можно прям кино снимать. Какие-то проходочки мега крутые. Фокус, мы его сломали сейчас. В смысле, мы что-то нажали, и он хуже стал работать, видимо, в другом режиме. До того, как мы полезли в настройки, все было вообще шикарно. Осталось только разобраться, что как работает. Будет вообще отлично. Спасибо. Сегодня у нас очередные тесты на натуре будут. Итак, мы приехали в Ферсановку. Снимали в этом коридорчике красивом, и сейчас поедем в 23-й микрорайон. Красавчик. Медуза. Господи. Ну в ту сторону встань. Там людей нет. Нет, не волнуйся. Thank you.
Расскажи, как ты там фоткаешь, как тебе фотоаппарат? Первое впечатление отличное. Такой вот получается. Ничего не видно, но... Первая концепция, которую говорят, фотографировать нужно, чтобы человек стоял и смотрел на солнце. Это все брехня, можно делать вот такие красивые кадры против солнца. Даже вот на мою. И даже своим лицом. Короче, все плохо, но получается хорошо. Да. Всем привет! Мы решили перекусить такими булочками. Я думаю, вам интересно будет этот момент. Продолжаем фотосеп. Мы перекусили немножечко. Чего? Чего? Кончилась батарейка? И у нас кончилась батарейка. Но я купил вторую уже Юльке. Сегодня мы будем тестить Fujifilm X-T3 в лоу-лайте. Как раз выпал такой прекрасный снежочек с объективом 90 мм. Погнали!